36 казахстанских дальнобойщиков еще находятся на территории Украины. Это только те, кто смог связаться с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Они помогли вернуться домой 19 водителям, однако многие еще просят о помощи. Они рассказывают, что вокруг идут бои, на машины нападают, фуры грабят. Например, с нашей редакцией на связи находятся двое казахстанцев, которые ради своей безопасности свернули с трассы и укрылись в одном из сел Харьковской области. Казахстанские дипломаты готовы обеспечить им так называемый «зеленый коридор», но только в том случае, если они сами доберутся до пунктов пропуска на границе. Однако до ближайшего такого участка около 80 километров. И, как они сами говорят, в нынешних реалиях это очень опасно. Обращаюсь к правительству Казахстана, чтобы обеспечили выезд нас с этой территории. Мы здесь двумя автомобилями под Харьковом находимся, в поселке. Здесь староста находится этого поселка. Парни, жители вашей страны, жители Казахстана, здесь такой трудный час. У нас разбомбили уже город Харьков. Фронт уже ближе. Мы помогаем как можем. Ну вы, пожалуйста, сделайте все, чтобы они попали, парни, домой.